Итак, мы сегодня продолжаем прохождение нашего Ghostwire Tokyo. Я там вчера что-то попыталась, конечно, пособирать. Не знаю, насколько у меня это получилось. Выполняла какие-то побочки. Ой, это не то. Так, что мне не хватает света на вебке? Я понять не могу, что за фигня. Рихон, ответь Варьера, то он не успокоится, пока ты ему не ответишь. Да почему у меня нижняя панель, сука, не открывается? Ну что такое, блядь? О, нормально. О, КБшечка. Здорово, пиписька. Здорово. То ли я давно на стриме не был, то ли Эля покрасилась, что-то волосы какие-то более темные стали, или может мне кажется... Не, тебе кажется... Ой, где мы? Шо у нас тут? Мне кажется, тут просто было светло, и солнце было, и как бы и было все нормально, а потом стало как-то темно, и оно потемнело все. Может, из-за этого, я не знаю. Но так-то я ж не крашу волосы. Ну что, челка, как там в яме? Нормально ли там все? Блин, надо за водичкой сходить. Меня так сушит из-за того, что сегодня я эту пыль вытирала. Меня теперь просто нереально сушит. Просто губы посохли, руки посохли и все тому подобное. Там скучно, холодно и одиноко. Ай, так. Так. Блин, кстати, я же тут поменяла настройки. Я пока играю, меняю настройки по-другому. Если будет лагать вебка, скажите, окей? А, где я вообще? Ты? Мне показалось, что я напевать начал. О? Извини, есть такая привычка. А, у тебя остался сайт, где законом голосовать? А... Да. Ой. Сейчас. Ага, лагает, да? Сейчас я настройки поменяю, секунду. Так. Дискорд, да? Это было вот здесь. Так, голосование. Так. Ой, извиняюсь. Тебе в личку отправить или мне отправить в общий чат, чтобы вы там все голосовали, кто хочет. Ерихон, там, Азилыч. Ты что такое? Я себе сегодня, короче, психанула, заказала эту, как она называется, крошка-картошка, что ли, или что-то такое. В общий. Окей. Брать. Видео спасибо, смотреть обязательно. Сейчас, секунду, тогда глянем. Видео смотреть обязательно. Спасибо, певец из пива. Спасибо, мой шлоренький пирожочек. Там какой-то из сайтов, правда, не работает. Ох. В смысле серверов. Вот. Так, это вот это, так, дал. Дальше пятый. Ой. Блин, все это сиськи обмочило. Что за диджей Колесо Фортуны? Капец, мне складывается ощущение, что вы нас вообще на моем стриме не сидите, вернее как, сидите? Включили и ушли куда-то, да? Так сидите на моем стриме, скажите честно.
Там даже описание есть, если на них нажать. Диджей — это заказ трека, а колесо фортуны — это крутануть рулетку за коины. Хватит себя там лапать, в смысле, я вытираюсь. Ой, хорошо, как. Чичка. Так, итак, я в игре. Вебка вроде не лагает. Что мне нужно сделать? Мне нужно здесь найти, но для этого мне нужно наверх. А что мне делать? Так, у меня тут прикол вчера был. Играю, короче, вчера в эту игру. А тут периодически очень страшно бывает. Сижу, короче, уже почти там 3 ночи. И мне это... Ну, я в каком-то страшном месте. Иду тихо вокруг. И тут приходит смс-ка о выводе средств Donation Alerts. Прапор, ссылка, задонатил. Я думала, я его угандошу вообще. Просто крыся. У меня сегодня открылось. Ну, мы это обсуждали, я не помню, вчера. Позавчера. Блин, а тут? Не? А как? Соседнее здание, что ли? Так на соседнее здание тоже никак не это. А если вот так? Ага, есть на жопе шерсть. Блин, ну я не долечу. 100% не долечу. А! Фух, слава яйцам. В понедельник, когда в Конан играли. Ну вот, в понедельник. Ой. Ничего себе, сколько людей. Вывод до сих пор не работает с Твича? Или ты о чем? Кошечка, я не поняла. У меня вывод, который обычный, ну, донатов, работает. С Твича я сделала вывод на украинскую карточку, но это надо ждать 15 числа, чтобы оно вывелось. Нет, с Donation Alerts все работает. Если бы Donation Alerts не работал, пришлось бы уже все идти на обычную работу. Так, здравствуйте. А что это вы тут хотите от меня? Спасибо. Можно как-то использовать те 220к на эти две штуки? В смысле, ты же их на что-то вроде обменивал, насколько я помню, и у тебя их больше нет. Или ты думаешь, они у тебя до сих пор есть? Я просто не помню, на что ты их менял, но я отчетливо помню, что ты их менял на что-то. Куда мне надо? Я что-то провафлила. Минусы свои. Ну, я просто не помню. Я помню, что он менял. И что у него нет ничего. Он, походу, забыл.
Да что такое? Так, мы отсюда должны, по идее, долететь. Блин, нос чешется, капец. И опять стрим начала, и нос начал чесаться. До этого ничего не чесалось. Так, что мне тут надо? Мне тут что-то надо, а что, я даже не помню. Ну, точно в этом здании, только где? А что нам тут надо? Расписная ракетка для Ханетсуки. Блин, а вовнутрь не зайти. Что, она значит где-то внизу? Вон она. И что мы тут видим? Да. Похоже на веер, кстати. Так, ладно, пошли защитим эти самые штуки. Блин, тут ноль уже. Что, стало больше? Хорошо, что ты заметил. Я решил не говорить, чтобы лишний раз тебя не расстраивать. Да, черкану и рыхнуш. Блин, обожралась аж плохо, реально. Ну вот зачем я так объедаюсь? Вот было. Так и надо драться. Так, а третью мы не спасли, да? Ну ладно. Я, короче, да, смотрите, я себе прокачала тут кучу всего, а? То есть я себе перелеты прокачала два, обнаружение, ну, призрачное зрение прокачала, восстановление ХП себе прокачала, в скиллах я себе тут прокачала практически все, кроме вот этих двух. Себе здесь третьи четки поставила, у меня теперь ветряные четки, огненные четки и... Какие у меня еще четки, ёпта? А, для того, чтобы эфира больше выпадало. Вот. Хотя, если честно, я бы не сказала, что там что-то нормальное. Вот. И все вроде как. Как-то так. Кстати, а где мои очки? Почему я не в очках? Так, ладно. Вот, короче, наша карта. Дальше нельзя. Я вроде тут зачистила вообще все. Вот это все-все-все. А, ну вот тут вот нет. Это что-то новое, видимо. Я вот это еще сюда не дошла. Не дошла. Блин, нос не чешись, пожалуйста. Так, давайте таблеточку бахну сразу. Вот реально почему-то, когда я сажусь вот за компьютер, у меня вот эта аллергия начинается. Почему? Непонятно. Так, таблеточку выпила. Сейчас Ерехошеньку запишем. Так, Мазил Чачи, у тебя по любви. В трусе, в трусе, в трусе.
секунд. Ирихон, у тебя больше нет минуса. Не становись у дороги. Спасибо большое, Сайберкошечка, за 75. Спасибо за поддержку. Я же писал. Что ты писал? Нормально, все окей. Справедливости тут нет, как нет. Против Путина хотела выйти было. В одиночный может быть пикет. Но народ у нас остался. Осуждаю песню. Подумают, как будто, если у дороги встала, значит дома не ебут. Если у дороги встала, значит дома не ебут. Здорово, Немра. Ну, у тебя был минус недавно, и вот сегодня, и все, минус два минуса. Норм игру проходишь. Спасибо, Адам. Стараюсь. Так. Их электорат, блин, дальнобойщик. Но народ у нас остался, все подумают, как будто. Если у дороги стало, значит, дома не ебут. Если у дороги стало, значит, дома. Можно выключить, кстати, почему? Нет, там просто про эти... Что-то про там про Путина, про митинги, что-то я услышала такое. На всякий случай... как знаете, как говорится, при военной цензуре лучше вообще ничего не говорить. Выплеснется скоро все наружу. Так, обухи кругом одни и плети. Почему она? Ухожу. Что за херня? Скажу мужу. Но народ у нас отстал, и все подумают, как будто. Если у дороги встала, значит дома не ебут. Но народ у нас отстал, и все подумают, как будто. Если у дороги встала, значит дома не ебут. Ну я не знаю, Ерихон, я ж не буду тебе вычеркивать больше. Сейчас у тебя уже ничего не осталось. Посмотри, что у них. Это, кстати, очень похоже на этого. Они просто забыли. Придите же ко мне! Очень похоже на Ленинград. Хотя это вроде не то. У вас будет время кое-куда заглянуть? Насчет Эрики? Ага. У нас было еще одно место встречи для экстренной ситуации. Даже если не вышло встретиться с Эдом, может, она решила спрятаться там? Ясно. Мы проверим. Спасибо. Вам нужно на крышу 429-го. Угу. Так, куда мы идем? Тут сюда надо? Да. Это здание, что ли? Или не обязательно? Наверх. Ау! А чё, работает или нет? А чё работает? Вроде работает. Спасибо большое, Инферничек, за 31 месяц. Спасибо за поддержку. Добро пожаловать обратно в Волчью стаю. Нашла в своем распоряжении уважение от стримера, от чатика. Ой, ля, какой волчонок воющий. Ой-ой-ой, какой милаш. Какой милаш.
А Кирихон, ты видел, я там, кстати, скинула эти сайты. Мазилыч попросил для голосования. Так, а как подняться наверх? Никак? Моя любимая, никак. Наткнулся на кучу пошлятины, ставить это не буду, а то прапор возбудится, прапора нет еще на стриме. Блин, рука чешется. Как же они меня достали? Так, вам игра не громко, а почему-то мне она тихо. Не могу понять, почему, хотя до этого она была громко. Как же мне наверх подняться? Все, идем дальше. А куда дальше? О. Так, я вот только не помню, я могу к ним зайти или меня убьет? О, да. Сейчас будем драться. И ты хочешь вернуться отсюда живым? Постараюсь. Ну что, хочешь тоже поучаствовать? Конечно, как нужно, прежде чем на себя выйду. Молодец! Ах ты, сучка! А, он меня там несколько, что ли, прислал? Собака. Кто где? Привет, Ваникс. Ну, а почему душа не вызывается? Яйцам. Мы справились. Мазила, фотку из душа до танкиста. Лол. Так. Блин, как же подняться наверх? Я, кстати, да, буду это, дико извиняюсь. Я сегодня буду такая немножечко амебная, потому что я сегодня очень много по дому убирала. Контактировала с этой пылью сраной, на которую у меня аллергия. Я от этого устала, еще устала от того, что, блин, у меня потом аллергия была, и она сейчас продолжается, поэтому я такая немножко тормознутая буду. Так, мне же наверх, да? Ага, я не поднимусь наверх, классно. Слышу, кто-то где-то летает. Кто где? Тихо, не поняла. Так. Не дальше, но... А как мне подняться на это здание? Паркур! Что там фиолетовенькое? А, это билборды.
Ой-ой-ой, братик, ты что же делаешь? Не надо так. А? Я вернусь. Мне просто в магазин. Хорошо, давай. Спасибо большое за трек. Или это слова трека? Ты идешь в магазин или нет? Или это я туплю? Блин, а мы ж тут были. Вино кончилось, ага. Я ну их давай. Всех перебью. Лучше не говори о деле. Я мечтаю вернуться с войны, на которой родился Мирос. Ой, не совсем понимаю. Что мне тут делать надо? Под дождями и слез, но не предан земле тиран. Отлично сюда. Осмотрите крышу здания. А вот это. Песня классная. А, осуждаю? Она спрыгнула? Нет, куда-то направилась. Не спускай с нее глаз. Страну не дураков, а гений. Я воскресну. Ух ты, блин. А ёб твою мать, собака ты, блядь, сукулая. Понимаешь, что мы с тобой сейчас в своей новой могиле? Ещё ошибаются те руки. Так а что ты заказываешь и то самое? Мы многих можем спасти. На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Ну тогда своим. Ладно, тогда скипаем. Сначала заказывает, а потом вспоминает, что там какие-то слова плохие есть. Капец. Так, а что мне вообще надо? Блин, я так туплю, я вообще куда-то ушла. Мне вот сюда надо. Надо было за девкой проследить, а я куда-то не туда. След ее души ведет на крышу больницы. Сюда? Неудивительно, что она решила сюда прийти. В этой больнице лежала ее мать. Я тут запрыгну или нет? Диктофон. Эд тоже здесь был. Черт! Видимо, их привлекла энергия Эйда.
Это был последний. Не забудь забрать диктофон. Я забыл полный текст. Это Тальков. Он пел про перестройку и про непринятие власти абсолютно. Про западный пивон. Тогда полный фарш творился. Я слушала его. Не, ну песня, насколько я помню, классная. Я даже никогда не подумала, что там что-то такое поется. Мы опять не узнали ничего полезного. Придется расстроить Ринка. Так. О, я начинаю зевать. Так, что мы возвращаемся, да, получается? А куда возвращаться надо? Куда? Очень хорошие новости, да? Похоже, их встреча с Эдом не состоялась. Я так и думала. Не исключено, что она сразу пошла к своему отцу. Она всегда считала себя виноватой в том, что с ним стало. Это проявлялось буквально во всем. Я знала, что это плохо кончится. Поэтому я не хотела, чтобы она сражалась. То есть не исключено, что она и правда решила поговорить с отцом. Только я не уверен, что причина была именно в этом. В каком смысле? Никто из нас не знал точно, что с ней происходило. Постарайся вспомнить, куда еще она могла пойти. Я тоже волнуюсь за нее, если что. Хорошо. Я позвоню. Ожидал, что ты сможешь спасти столько душ. Меня переполняют чувства, в основном радость. Вроде ты можешь получить новый навык. Но можешь и подождать с этим, если хочешь. Там с навыками. Угу. Для этого надо 40, да? Ну, тогда подождем. Мне нужно 3 магатамы и 40-60 очков. Так, что мы делаем дальше? Вроде как побочки закончились. Вот есть какая-то побочка. Блин, вчера такую побочку страшную делала. Ёпарасотая, короче. Ой, делала побочку. И там скример был жуткий. Чувак, короче, из картины выпрыгнул. Блядь, я аж заорала в квартире ночью. Какая жуть. Так, а что здесь, кстати? Что здесь? Что здесь? Марима, пресноводные водоросли характерной шарообразной формы. Так. Водоросли шарообразной формы. Вот эти? Нет, это не там. Ванечка, привет. То есть они где-то в воде, что ли, понять не могу? Почему я, кстати, к этой статуе не ходила? У меня уже 34 из 52 статуи. Поверил в чудеса, значит? Все средства хороши. Так. Я не вижу, чтобы то, что-то было. Ты
Смотри, вон Камаитати. Пока не обращает на нас внимания. Беги за ним со всей дури, пока он не остановится. Ах ты, собака! Наконец-то он выдохся. Скажи спасибо. Итак, а здесь что должно быть? Ой, цутинока. Странное животное, похожее на змею с массивными продолговатым туловищем. Неизвестно, существует ли оно на самом деле. Зашибись. Продолговатое животное. И что-то еще мне там надо. Так, вот, животное вроде вот. Чертовщина какая-то. На змеюку похоже. Так. А здесь мы ищем водоросли. Шарообразные. Есть еще тут вообще шарообразное такое? Не вижу. Вообще нет ни хрена. Не понимаю. Положи огурец на платформу. Попробуй выманить его. У меня нет огурцов. У меня нет огурцов. Интересно, что это? Нашли. Пресноводные водоросли характерны шарообразной формы, да? Ничего себе, сколько людей. Ай, так. Все, тут мы все получили. Так, нам нужно вниз. И вот, вот эти две, наверное. И можно идти на сюжет. Потому что там у меня это дальше карта не раскрыта, а потом еще что-то. Не совсем интересно будет. Так, ну-ка, если я микрофон поближе пододвину, он не упадет? Не будешь падать, солнышко? Ну, вроде не падает. Надеюсь, он не упадет. За 3 месяца. Аж четверть, а я говорил, не надо было трогать эту хреновину. Ты сейчас о чем? Об этом месте столько слухов ходит, а прораб говорит, типа, сами виноваты. Не надо было в это вписываться. Не исключено, что они потревожили какого-то сильного духа. Знаете, я всякое слышал об этом месте. Собирался даже уволиться, пока не поздно. Какие-то звуки опять страшные. Убил один из ближайших союзников.
Звуки мерзкие, конечно. Чего там, косплей? Окей, сейчас забабахаем. Спасибо большое, Мазелчикин, за донатик. Спасибо, мой сладкий. Блин, нос чешется, не могу. Неприятно. Вроде всех лёг. Здесь, кроме вот этого, мы завалили, да? Аж интересно. Обычно они там лежат. Я тут видел призрака, похожего на бывшего правителя этих семей. Так, вон лестница. О, катаны. Что это? Японский меч. Разновидность клинкового оружия, получившая распространение в Японии в... А, с 10 века, да. Привет, пропарюшина. Так, а чё, куда дальше идти? Не понял. Лол. Делишки, да нормально. Какая-то... Капец, стрим запустила, и аллергия пошла, блин. Обидно так. Не трогайте эту штуку, парни. Иначе появится призрак местного феодала. Угу. Иди одни. Пора навести тут порядок. Так, вот эту штуку. Вы будете жестоко наказаны за все. Надгробный камень. Наверное, они хотели его выкопать, он и рассердился. Мне кажется, стоит вызвать его и задать пару вопросов. Не знаю, ничем хорошим это явно не кончится. Хватит бубнить, разбивай камень. Ты серьезно? Глупцы. Я думал, больше никто не отважится сюда прийти. Смотри-ка, явился. Даже камень ломать не пришлось. Вы снова хотите обогреть кровью мои владения? Да, побочки и идем уже на мотоцикл обратно. Я вроде полкарты зачистила. О, где-то непонятно. Мы сейчас где. Что, вернулись в прошлое? Видимо, на этой земле когда-то жили самураи. Они могли позволить себе надгробие. В этом замке случилось что-то нехорошее. Наш господин был добрым человеком. К несчастью, его предал и убил один из ближайших сподвижников.
Это случилось на Перу в честь свадьбы его дочери. Как грустно нашему господину было умирать. Придется драться, иначе старик так и будет нести все попытки. Она меня трогает! Я потерял свои силы! Так, разделяющие удары. Атаки некоторых чужаков могут разделить Акита и Кейкей. Без Кейкей Акита не сможет применять большинство боевых умений, в том числе эфирное плетение. Чтобы воссоединиться с Кейкей и вернуть себе умение, подойдите к духу Кейкей и нажмите правую кнопку мыши. Если он далеко, наведите на него прицел и таб, чтобы притянуть духа к себе. Сюда. Да блин. Все получилось? Вроде бы да. Ай-я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 й. А, стрел нету, класс. Бежим. Не-не-не-не-не, отвали. Что там не делает? Я думал, тут такого не будет. Какого такого? Ты просто красавчик, брат. Молодец, брат. О, Дазик, записываем. Жалкий, никчемный предатель. Тихо, тихо, я тут ни при чем, дедуля. Мы тебе помочь хотим, если уж на то пошло. Разделять будут во время боя, я тоже не знала, что такое будет. Так, вверх. По кружочку. Уп. Там. Хотя сейчас сам запишу. Извинись, немедленно. Через дуна. Он стал призраком, потому что не смог забыть о предательстве. Видимо, предатель был ему близким другом. Его можно понять. Рана от ножа в спину никогда не заживает. Очень-очень жаль, конечно, что вы не смогли прийти раньше. Как хорошо. Наш господин наконец обрел покой. Благодарю вас от всего сердца. Пончики? Какие пончики? Так, это мне с каждым духом, что ли, тут надо поговорить, чтобы они это... Я тут слышал, что вы прогнали нашего призрака. Спасибо. Да, они каждый уходят в мир иной, типа... Так, я со всеми... Я не со всеми поговорила. Надо их всех отправить в мир иной. Где они там? Или они все были на первом? Нет, не все. Похоже, духи обрели покой. Большое спасибо.
Ну, похоже, что все. Теперь хоть люди смогут нормально работать. Уже хорошо. Донатить пончики. Поняла, твой юмор. Так, пум-пум-пум-пум. Что здесь? Раковины для Каи Аваса. Так, ну давайте идем. Давайте идем, чё. Блин, нос не чеши, пожалуйста. Что за звук? Что за звук? Какой-то нехороший звук. Так, где-то здесь эта раковина сраная. Так, а где она? Там еще, конечно, да. Проголосовал, молодец, только так надо каждый день делать. Каждый день на протяжении месяца и в конце месяца, типа, вам выдадут там сколько-то там денежек. Есть и другие. Надо найти их. Итак, вот там есть люди. Там всякая херота. Блин. Вон она, кажись. Блин, они что-то начали рассыпаться раньше, чем я весь проказ даю. Нет, не... А, вон она. Чертовщина какая-то. Класса. Так, теперь... Ну, туда мы не дойдем, да? Так, давайте сходим к коту. Посмотрим, можем ли мы этому коту что-то продать. Можем, отлично. Заметки Кей-Кей, отлично. Так. Отчет Кей-Кей, попытки поймать капу. Угу, понял, принял. Так, навыки боевые. Вот эту херачим. И потом мне еще надо две магатамы. Это духов надо ловить. Это попозже, я думаю, сделаем. Русич, здравствуй. Продай коту слона. Так, ладно, пошли. Закупился. Основному сюжету делаем. Ты стал еще немного сильнее. Да. Мне где-то еще надо одну заметку купить. Все будет good. И, в принципе, я фул затаренная. Мне даже больше ничего там и не надо. Я уже прокачала все, что я хотела, и даже больше. Сережечка, здравствуй. Тут же не будет сейчас врагов, я надеюсь. Я помню, в прошлый раз, блин, долго зачищала весь этот гараж. Голосовать луной любой может делать. Да, конечно, любой, жвахочка. Так, а я туда пошла вообще? Да, туда. План такой. Ты отдаешь мне контроль и смотришь со стороны. А я чиню байк. Ладно.
Поняла тебя, прапор. Ремонт закончен. Можно ехать. Мы направляемся прямо в логово врага. Ты готов? Так, ну поехали, чё. Так, а если у вас остались незаконченные дела, в Сибу можно будет вернуться с помощью быстрого перемещения, но следующие побочные задания будут недоступны. А, нет. Подождите, я выполнила 2, но не 3. А где третий? А где третий? Третьего нет. А как мне найти, где третий? Красота, блин. Ладно, значит... Если ты думаешь, что не готов, торопиться нет смысла. Лучше значит... перебдеть, чем недобдеть. Да я сама захочу, прапор. Это не тот заказ. Шумно и страшно, капец, не могу. Здорово, дракусь. Так. Ладно, итак, мы тэпаемся сюда, идем, открываем ворота оставшиеся и ищем, нет ли там нужного нам квеста, да? Так, это получается сюда. За рука. Здравствуйте. Манит меня к себе. Кей-кей, начинаем. Так, тут что-то можно найти. Только что. О, это этот Тануки. Тоже, похоже, меня раскрыли. В этом районе так много чудовищ, что я решил стоять смирно и не отсвечивать. А, к тому же, быть надгробием не так уж плохо. Рядом с ними часто оставляют что-нибудь хорошее. Лол, я все ждал, пока мне тоже что-нибудь оставят, а тут пришел ты. Как ты догадался, объясни, я был совершенно уверен, что замел все следы. Хвост был. Ох. Вон оно, вижу. Это Каракаса Кодзо. Ой, что это? Курильница. Вперед, пока он не заметил. Тебя прямо тянет к Йокае. Я бы все-таки не стал это так называть. Старский, здравствуй. Так, а чё? Мы куда-то шли, да? Мы шли к воротам.
Эля, уворачиваться не научили, да, тебя? Ну, там, или блокировать на крайняк. Что-нибудь из этого. Что-нибудь из этого. Так, души. Есть. А что за отчетки сытости? Такое себе. Так, тут больше ничего нету, что надо взять. Вроде нет. Так, давайте помолимся. Дадим 500 йен. А новые статуи Дзика нам нужны. Ну что? Кажется, помогло. Итак, карта. Невидимый странник. Да, что-то тут боятся, что ты перевозбудишься, прапор. Что ты на это скажешь? Так, невидимый странник. Нет, нам не это надо. Блин, а где же третий квест? Неужели еще ниже? Ну ладно, пошли, значит, ниже. Зачем уворачиваться или блокировать? Гораздо приятнее лицом ловить удары. Ну, как тебе сказать, не совсем. Потом хилиться придется. Так, а нам нужно вот сюда. Это вот сюда. Я, кстати, забыла, мне еще надо собачий корм купить. О, здравствуйте. Ух ты, бля! Здоров! Не-н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 е
Затыкала. Тупо затыкала. Ай, не могу. Собачий? Да, тут нужен собачий корм для того, чтобы кормить собак. Логично. Только отошел за кофе и сразу бота. Ну, вот так вот, да, филонишь, получается, мазилочным. Ты позволяешь себе кофе пить, там есть вообще. Это, конечно, да, я в шоке с тебя, мазилоч. Ты должен не есть, не пить, не спать. Ну, только на работу ходить. Интересно, что это? Вот, и все. Так, мумия человека-пса. Мумия с телом собаки и человеческим лицом. Бля, крепота какая. Что это за крепота вообще? Как следует помолился? Да. Само собой. Надеюсь, мужик в маске напрягся. Что-то наверху, что ли? Походу вот это. Блин, ну залететь тут явно некак, значит нафиг. Квесты. Так, Full House. Нет. А вот это что?
по ту сторону. Но это не совсем то, что мне надо. Невидимый странник. Full House. Так. Тут Магатаму дают. Блин, давайте сюда сходим. Опять срать в чатике? Ой, господи, господи. Что это? Сякокидогу. Глиняная фигурка человека, созданная в период Дзямон. Интересно, интересно. Так. Блин, а как их тут? Никак? Интересно. Значит, наверх надо подняться, да? Интересно, что это? Воздушный змей. Запуск воздушной змеи в популярное времяпровождение в новогодние праздники. В новогодние? Лол. Почему в новогодние? Ой, так интересно, да? У каждой страны своя культура. Блин, у меня, кстати, вообще, типа, не было вот этой приколюхи, чтобы я... Змеев этих запускала. Тут далеко есть здание, которое не так давно перестроили. Теперь там нет подземных этажей. Может, видели его? Дело в том, что раньше под ним был торговый центр. А, знаю. Мне кто-то рассказывал эту страшилку. Якобы там на людей охотится женщина в красном платье. Говорят, в этот торговый центр до сих пор можно спуститься. Для этого надо прийти в здание одному посреди ночи. И найти лестницу, которой в другое время там нет. Только из тех, кто по ней спустился, в итоге никто не вернулся. С моим другом такая же история случилась. До сих пор не вышел. Давай тоже поищем эту лестницу. Зачем? Вот именно. А скверна — это как раз скопление эмоций. Раз эту страшилку многие знают, она находила в людях сильный отклик. Их страх постепенно накапливался и в итоге обрел форму. У меня тоже не было. Хотя я его... Один раз все же запускала. Только я не помню с кем. Наверное, у кого-то был. Я запускала. Но в целом у меня никогда не было этого... Как он там называется? Летучий змей или как там? Так. Это сюда идти, да? А вот это... Прятки. Так, это все не то... Мне вот сюда. А, да. А, да. Давайте сюда тыпнемся. Так, мне назад. Конечно, это что-то, блядь, так в сон клонит, раздражает немножечко. Ю! Бежим. Не хочу с ними драться.
подлюка. Столько патронов на тебя потратила. Так, мне наверх, да? А как мне наверх? Прошу прощения. Кровавые цветы чего-то там. Так, мне вот это нужно. Там где-то там. Или там, наверху. А что тут все такое грязное? О. Не поняв. Какое-то все проклятое. Почему тут все такое проклятое? А, там вон тетка ходит, проклинает чешу. Мне эта, кстати, тетка очень сильно напоминает Леди Димитреску из... этого, господи, во что мы там играли, напомните? Эй. Туман помогает связывать миры, поэтому через эти врата можно попасть на тот свет. Ну ладно, пошли эти на тот свет. Эти врата ведут прямо в закров труси. Вернуться назад будет нелегко. Приготовься. Я гусь. Должен признать, ты храбрее, чем я ожидал. Сейчас, давай я подерусь и включу, хорошо? Спасибо большое, Сайберкошечка, за донат. Димитреск на минималках, да-да-да, ну очень похоже вообще. Блин, глаз дергается, я сегодня, кстати, убирала, нашла валерьянку. Может, валерьяночки пока херакнуть? Блях, крепота какая, господь, господь. Твою мать! Нет! Уйди! Сутулая псина! Почему они меня обижают? Черт, тут так страшно, они так резко нападают, блин. Я маленькая кикуленька. Понимаете, я маленькая кикуленька. Эти врата... Должен признать, ты храбрее, чем я ожидал. Птички, как у большой. Жесть.
Прості! Та не вилагало! Думаешь, туман снаружи развеялся? Это мы узнаем, когда вернемся. Можем, конечно, и задержаться, если хочешь. Не-не-не-не-не, валим отсюда, валим. Не дай бог, сейчас еще рисаться будут. Да, видимо, будут. Просто так нас отсюда не выпустят. Не нужно сражаться со всеми подряд. Просто ищи. Выбираться из загробного мира – целое приключение. Радуйся, оттуда вообще мало кто выбирается. О, чутки огня надо Кстати, поменять. Кстати, если ты не заметил, рядом с вратами что-то лежит. Захвати с собой. Чего там, где лежит? Прочетки, что ли? Понятно. Так, пропавшая собака, кровавые цветы. Слушайте, но третьего квеста так и нету. Как так? Почему? А что надо сделать, чтобы третий квест появился? Я просто уже вроде как все сделала, а третьего квеста так и нет. А, квест называют... Блин, так, задание сейчас. Побочные. Вот, после конца. Мне нужен после конца 3. Я сделала после конца и после конца 2. А мне нужно после конца 3, чтобы узнать, что случилось с дочкой этого чувака. Кровавые цветы, пропавшая собака, фулхаус. Так, ну-ка, я сейчас сюда тэпну. Всегда знал, что если сильно постараться, то можно будет из пальца стрелять. Более того, скажу, водочка, ты умеешь стрелять не только пальцами, но и дырками. Ой, мерзкая, конечно, да. Так. Заключительная часть. После конца можно начинать сразу после предыдущего. Телефон-автомат, необходимый для этого, находится прямо рядом с храмом Тойой, который находится в западной части Сибуя. Поэтому игроки могут быстро добраться туда, чтобы немного ускорить процесс. После этого еще... одного короткого телефонного разговора Ринка Кики скажет Акито, что он хочет проверить. Ага. Так, мне нужно Сибуя и храм Той-Той. А где Сибуя, прошу прощения? Где храм Той-Той? Так, Киригаока. Китани. Той-Ой. Вот это? Вот это, походу. Так, ну-ка, тэпаемся сюда. Оно, конечно, не так написано, но походу стрелять дырками.
Ну, типа, взял там, ртом ленту пустил, попкой там воздушную атаку провел. О! Наверняка сработало. Это опять Римка. Я поняла, где еще может быть Эрика. Но вряд ли туда можно вас отправить. Скорее всего, она пошла переубеждать своего отца. Это значит, ее больше нет. Вряд ли она выжила. А значит, искать ее дальше нет смысла. Спасибо, что мне помогали. Я перед вами в долгу. Ладно. Я так понимаю, переубеждать тебя бесполезно. Но есть как минимум еще одно место, куда стоило бы сходить. Мы перезвоним, как вернемся. Кей-кей. Вешай трубку, Акито. Я покажу, куда идти. Так, идите туда, куда вас направил Кей-Кей. Куда ты меня направил? Сюда? Да. И тут след ее души. Здесь она сказала мне, что хочет научиться сражаться. Боже, как она долго идет. Ладно, ты иди, я тебя догоню. Дискорд, картинка. Ща. Блин, а я что-то заметила. Наши, помимо того, что не хотят общаться, блин, на стриме, так еще и Дискорд тоже начал умирать. Меня это все так удручает, конечно. Так, что там? Фу! Лол, слишком жестко. Так, ой, я что-то провтыкала. Так, нам сюда, сюда, сюда и сюда. Пришли? Да, на этом самом месте я учил Эрику драться. И чё? Кажется, она хочет что-то сказать. Потому что начали в телеге писать. Где так в телеге сейчас? Тоже не особо ее пишут. Ее воспоминаниях? Без понятия. Сейчас узнаем. Что-то лежит. Наверное, Эрика выронила. Надо показать Ринко. Ой. Осторожно. Мы снова не одни. Да блин. Это же... С этим разобрались. Теперь надо поговорить с Ринко. Что-то больше ничего нельзя нажимать, да? А как поговорить? А, в дверь выйти. Чатик, если вам не трудно, перейдите, пожалуйста, по ссылочке на сайт Сибирского здоровья. Для вас мелочь, а мне приятно. Йо-йо-йо. Так, а что, куда идти? Вот сюда, к таксофону.
блин. Да. Ну, по крайней мере, когда они мне звонят по поводу доставки, они мне всегда говорят: «Здравствуйте, мы звоним вам с сибирского здоровья». Вот. И, походу, Siberian Wellness переводится как «сибирское здоровье». Вот. Как-то так. Так, мы тут все забрали, да? Или нет? Вроде да. Вот тут кошечка. Тишина. Ну как, получилось что-нибудь узнать? Мы нашли какой-то брелок с кошкой. Узнаешь? Это я его ей подарила. В нем есть устройство, реагирующее на эфир. Она сказала, что где-то потеряла его. Мы тогда из-за него поругались. Где вы его нашли? Однажды она пришла ко мне с просьбой. Хотела, чтобы я научил ее драться. Я нашел место, где мы могли бы тренироваться. Там этот брелок и лежал. Наверное, выпал во время тренировки. Она знала, что я буду против, поэтому мне не говорила. Я не мог отказать. Ей очень хотелось сражаться вместе с нами. Ее отец тут был ни при чем. Она просто не хотела сидеть, сложа руки. Ах, какая же я дура. Мне даже в голову это не приходило. Как же я ошиблась. Ринко. Чей это голос? Эрика? Я просто хотела сказать, что ты ни в чем не виновата. Ты мне всегда помогала, поддерживала меня. Спасибо. Эрика, ты что? Это я должна тебя благодарить. Господи, я руки испугалась. Похоже, они во всем разобрались. Они были лучшими подругами. Такое не забывается даже после смерти. Начинаю проникаться сочувствием к этим духам. Ой, ты чего, дурак, что ли? Я думала, блин, в этом квесте что-то скажут серьезное, там, почему, что, да как, а по итогу нихера непонятно. Капец. Так. Навыки. Так, мне нужна еще одна Магатама и 10 очков. Окей, так, что мы теперь делаем? Квесты мы закончили, можем спокойно сваливать, да? Я правильно поняла? Блин, а где там основной сюжет-то? Лол? А, во. Терялась я. Wellness в Google переводчике переводится именно как здоровье, да? Значит, сибирское здоровье и правда вот так переводится. Так, Коська. Талисман заросли и стрелы. Давай купим стрелы обязательно. Пускай будут. Ну вот, закупился немного. Ну-ка, что за баф выпадет? Йо, опасайтесь будущего, ушедшее скоро вернется. Рядом внезапно появляются чужаки. Где?
Блин, главное, чтобы это не было прям очень-очень резко. А то я тут и обосраться могу, как бы, да. Блин, вот так прикольно. Ну все, погнали. Погнали. Неплохо. Ну что, все? Еще нет. Беги! Куда? Ау! 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 Трям с кепочкой. Привет, Кромечка, спасибо тебе за 21 месяц. О, скоро випочка. Спасибо тебе огромное за ресап. Добро пожаловать обратно в волчью стаю. Наши лапки в твоем распоряжении. Уважение от чатика, от стримера. Прекраснейшие смайлики. И, конечно же, слюнявого тебе высылаю. Слюняво тебя лизнуло. Так. Фу, какие-то мармеладки паучьи не очень такие, да. Так, а мы где? Мы в Манде. Да? Да, мы в Манде. Птички в личку? Но. Для птичек в личку надо, мне кажется, поболее, чем сапочку сделать. Так, сейчас я тут передвинусь чуть-чуть. Это Токийская башня, да, которая? Смотри. Я так никому и не успела помочь. Вы дали мне возможность исправить свою ошибку. Ты уходишь? Как и все остальные, здесь меня больше ничто не держит. Простите, что меня не будет рядом, когда все это закончится. Ничего страшного.
Оказывается, даже когда становишься призраком, сложно поверить, что есть загробный мир. Если бы он существовал, никто бы не боялся умирать. Прощайте. Радуйтесь жизни. Что надо сделать? Много надо сделать. Идем, напарник. Если я все правильно понял, Ринко не могла покинуть наш мир из-за Эрики. Мы помогли ей избавиться от сожалений и уйти спокойно. С тобой будет то же самое? Скорее всего. Так, что тут, телефонка? Так, черновик сообщения. Это все я виновата, простите меня, пожалуйста. Так, идем дальше. Тут Коська есть. Коську надо завалить. Так. Коську завалили. Попить нельзя брать, поняла. А вообще, кстати, говорят, в загробном мире нельзя ничего кушать, иначе там и останешься. Ты говорил, он хочет оживить родных? Ты сам слышал. Он считает, что тело просто обертка для души. Всего лишь пешка. А нам с ней точно драться нужно? Да. Она у нас на пути. Уберем ее. Ой, она пукнула черненьким. Етить она нам сделала. Ебать! Ты шо? Нападай! Спасибо. Как заботишься? Не надо меня благодарить. Я просто хочу, чтобы ты жила. Но я знала, что не справилась. И я не ошиблась. Видимо, это она и ее муж. Папа, все будет хорошо. Я буду тебе помогать. Без мамы это тяжело, но мы справимся. Поняла. Мама нас не покинула. Но что-то не сбудется с моей смертью. Это свело ее с ума. Неужели она и правда не может от себя? Ай, блин. Ты нахрен. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, подожди, я в домике. Ах ты, сука. Ах ты, сука. Что это? Ай-яй-яй. Давай, 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 за рот ее тяни, тяни ее за рот. Было счастливо. Это был его голос. Все готово. Блин. Запомните этот сосуд. Что? Нет! Что? Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Это неправильно. Я тоже так думаю. Но драться все равно придется, иначе мы не сможем ей помочь. Так, есть. Сердечко тоже это. Светло.
Так. Хотел бы я знать, какого черта он задумал. Кто знает. Мне ее не то чтобы жалко, но она и так настрадалась. А кто это? Я так и не поняла. Чатик, вы вообще поняли, кто это был? Дочь? Нет, дочь мы уже труп... Ну, мы и дух победили, и вот достали вот такую тоже карточку из дочери. Жена? Не, ну жену уже хочет... Хотя, может быть, это жена? Я не успокоюсь, пока в городе не останется никого из этой семьи. Так что мне еще рано думать о загробной жизни. Мне кажется, мы похожи. Ты тоже делаешь все ради семьи. Им с тобой повезло. Наверное. Пойти-то мы войдем, а вот обратно можем уже не выйти. Подготовься как следует. Я приготовилась. Блин, красиво как, офигеть. Очень красиво. О, котик, привет. Так, талисман заросли, я думаю, нам не нужен, да? Пути назад не будет, вы готовы? Да. Идем. Давай. Шаркман, здорово. Может, вторая дочь? Не, у него вроде одна была дочь. Отсюда что, тоже все исчезли? Думаю, нам надо на верхние этажи. Пойдем. Подожди. Не надо снарядов, чтобы драться. Придите ко мне, и вы обретете спасение. Да иду, иду, иду. Мари, что ты говоришь? И вы больше не испытаете. Акито, я знаю, тебе все равно, что со мной будет. Ты беспокоишься только о себе, как всегда. Ты просто боишься. Тебе страшно, что я умру из-за тебя. Что такое? Со мной кто-то говорил. Как будто Мари. Да они просто пытаются запудрить тебе мозги. Ай-ай-ай. Эй, что с тобой? Акито! Акито! А чё он там? Всё в трансе, что ли? Мари, неужели ты правда так думаешь? Не поддавайся! Ему же только этого и надо! Нет, это неправда! Акито, возьми себя в руки! Это он расклеивается совсем. Еще в конце придется с сестрой драться, да, и он вообще, короче, это плакать будет. А это что, уже финал, что ли? Помнишь, ты сказал, что моей семье повезло со мной? На самом деле никому со мной не повезло. Раньше мне казалось, что забота о семье заключается в том, чтобы защищать город от преступников. Я работал с утра до ночи. Дома почти не бывал. Мы стали словно чужими друг другу. В последнее время, даже когда я дарил сыну игрушку, он и спасибо мне не говорил. И спортивные машины перестали его интересовать. Кей-кей. Но знаешь, я готов принять этот бой. Я буду защищать их до самого конца. Мари! Моя пешка не сумела даже выиграть время. Ты урод! Гибель тела – явление естественное. Лишь высвободив душу из бренной оболочки, мы обретаем истинное «я». Можешь верить в любую чушь, дело твое! Но ни в чем не повинных людей! Оставь в покое! Люди боятся признать правду, узрев ее. Впрочем,
Скоро и ты, наконец, осознаешь всю бессмысленность смертных телесных сосудов. Не смей ее трогать! Я собрал столько душ, сколько нужно. С их помощью я разрушу завесу между жизнью и смертью. Твоя сестра поможет мне построить новую эпоху. Гордись ею! Только тронь ее, гад! Когда спадет завеса, этот мир возродится вновь. Тогда я построю новый рай, пусть и скромный. В этом раю души моей жены и моей дочери будут сиять вечно. Чёрта с два! О, мне пришла в голову прекрасная мысль. Для этой девочки я тоже построю рай. Редко можно встретить душу, чья воля так сильна. Может, она и возглавит новый мир. Новой эпохе, новую Марию. Нет, Еву. Хватит нести этот бред! Ты же безумен! А у нее ты спросил? Ты правда уверен, что ее душа хочет обратно в тюрьму? Я... Твоя сестра лежит в бинтах. Только представь, каково ей. Оставшись в этом теле, она лишь продлит свои муки. Тебе не понять. Эй, не слушай эту чушь! Убьем его, иначе миру конец! А как вы собираетесь его убивать, если он за барьером? Час пробил. Мир стоит на грани преображения. Грядет рассвет новой эпохи. Скоро моя мечта станет явью. Подъем! За ним! Мари, что ты хочешь? Не поддавайся! Вставай! Ну! Поднимайся! Леща, дай ему! Да что с тобой такое, Акито? И без тебя справлюсь. Сам себе жопу надеру. Не думай мне мешать, Акито. Боишься, да? Вдруг она против? Вдруг окажется, что ты все время старался зря? Ты боишься узнать правду? Спасибо, Чудик. Много ты знаешь. Мало. Я не знал даже, о чем думали мои родные. Так что иди и узнавай сам. Кей-кей. Я пойду до конца. Ты со мной? Да.
Идем. Пока ее не спрошу, я не умру. Каждую минуту, каждую секунду. Я стараюсь. Я все свои силы на это трачу. Почему никто этого не замечает? Да почему я же прыгнула? Ну и что это за еще? Я не позволю себя так увлекать. Я преподам ему урок. Не хотелось бы, но придется. Ай, блин. Совершенно некому поддержать. Ну и ладно, никто мне не нужен. Я и сам справлюсь. Кей, не верь ему. Теперь меня не спит. Да, ты прав. Я ничего не сделаю. За что я борюсь? Не знаю. Я не знаю. Я все потерял. У меня ничего не осталось. Тем больше причин за что-то бороться. Но меня убери, ничего не дай. Ай. Пророческие вопли меня не переубедят. Акито, не повторяй моих ошибок. Да что я промахиваюсь? Давай, давай, давай. Изи, а не? Ну тут у всех по две стадии. У босса, я так понимаю, я будет заберу. Три. Просто красавчик, брат. Молодец, брат. Не думал, что когда-нибудь сам себя прикончил. Кей-кей. Идем. Нас ждет путешествие в бездну. Да. Вперед. Да, у этой фигни две фазы. О, глава шестая. Все, походу, это финальная же, да, глава, насколько я помню. Здесь шесть глав, вы говорили. Если сегодня рано закончим, потом пойдем либо в Конана, либо в этот самый, либо в ТФТ. Да чего же в этом потустороннем мире тоскливо? Так, хотя... Секунду. А, мне не хватает Магатамы одной. О, блин. Ну ладно. Странно было бы ждать чего-то другого. Уники Фуда. Вы получили Уники Фуду? Да. Как будто вода шумит. Главное, чтобы тут не было резких моментов, а то я обесруся. Больница?
Следующий осмотр на 6:30. Приходите, посмотрим, как протекает беременность. Похоже на воспоминания. Чьи они? Главного злодея, походу. Но я не собрала для того этих, для кошек эти штуки, что они просто дают бабки, а я за эти бабки все делаю. Но мне что не суть, я ж не статкодрочер. Квесты я выполнила все, кроме там скольки, 3. Я просто уже задолбалась, там все новые и новые коты. Все новое и новое выполнять. Вон ты прибралась, Мария. Какая умница. Спасибо. Это что, мои воспоминания? Почему его? Если в школе вдруг что-нибудь случится, сразу скажи мне, хорошо? Начальник школы, в которую мы ходили. Акита, я хочу с тобой. Меня позвали гулять, а тебе туда нельзя. Иди домой и делай уроки, поняла? Это наши с Мари воспоминания. Сам типа сестру оттолкнул. Хотя вроде ее как бы любил, да? Но все равно оттолкнул. И на самом-то деле, прапор, здесь все легко собирать. Тебе понравится даже все это собирать. Оно достаточно интересно, и ты соберешь все. Просто мне немножечко стало впадло. Вот. Но я собрала все равно очень-очень много по карте. Я не собрала, может, ну, процентов, я не знаю, 20-30. Да забей ты! Мы уже час выбираем. Ну, в смысле забей? У мамы с папой вообще-то годовщина свадьбы. Я хочу купить им парные подарки. Надо же, неужели она все это помнит? Больница. Мама просто немного устала, понимаешь? Все люди устают. Не надо делать из этого трагедию. Короче, у них тут, получается, умрет мать. Помню эту Юкату. Ага, она мамина.
Да, давно мы вместе не ходили на фестивале. Блин. Не отворачивайся, слышишь? Не знаю, у меня никогда не было ни сестер. Все будет хорошо, правда? Я просто не хочу, чтобы она уходила. Почему все от нас уходят? Вот, никогда не было ни сестры, ни брата, поэтому мне было похер, брали меня или нет. Но, в принципе, я замечала, у меня, допустим, вот две сестры младшие и старшая. Раньше все время была с младшей, а потом, подрастая, она ее просто оттолкнула и перестала с собой брать. Ну и по итогу младшая просто забила на это и сказала, мне с вами неинтересно. Их дом. У нас с тобой начинается новая жизнь. Ага, как-то так. Я, кстати, заметила, вся квартира такая обычная, все комнаты обычные, а у нее хорошо сделанная. Ой, тут темно. Интересно, сколько еще раз нам придется начинать новую жизнь? Мы не начинаем ничего, если подумать. Просто падаем куда-то в темноту. Такое ощущение, что до конца я могу и не дойти. Не бойся, ты справишься. Сколько нам еще падать? Сколько мы еще выдержим? Красивый лес такой. Иногда мне хочется, чтобы все уже просто поскорее закончилось. Тогда я хотя бы снова увижу маму с мамой. Перестань. Акита, не отворачивайся. Ты же хотел узнать, что она чувствует. За что мне это? Почему во всем люди? Во всем этом мире? Почему только я продолжаю падать? Если мне суждено упасть, проще прыгнуть самой. Не, ну, графа не супер, но неплохо. Акито, не переживай за меня. Нужно найти Мари. Все верно. Ты должен ее защитить. Да. Хватит убегать. Я хоть туда поднимаюсь. Так, сохранение. Но видишь, здесь графа, типа, если выстроить вот прям на максимум-максимум с герцовкой, оно еще нормально выглядит. Но для того, чтобы на стриме мне не лагала вебка, мне пришлось это самое... Интересно, куда мы выйдем? Убрать это все. Ой-ой-ой. Какая-то пещера. Да, на стриме другая чуть-чуть графа, нежели у меня, допустим, на компе. Вот оно. Я видела, у некоторых стримеров вообще игра лагала, у меня ничего не лагает. Вместе с твоей сестрой.
Удачи. Ты готов? Какая жалость! Вы так и не поняли, какой чудесный путь уготован вашим близким. Я хочу поговорить с Мари. Ты мне не помешаешь! Да, боюсь, не выйдет. Говорить ей больше не о чем. Не смей! Упс, блядь. Надеюсь, мне не придется драться. А он из нее трупа делает или что? Резонанс, врубай, резонанс! А, он все души в нее пускает, охереть! Мари! Последний шаг. Пусть время застынет. Чё-то нихера. Не может, да? Время не застывает? Что происходит? Сейчас девка встанет и ему пизделей наваляет. Нет? Это все она? Нет! Церемонию нужно завершить! Опа, бай-бай. Просить прощения. Да, я знаю. Вот почему я здесь. Ты не
пошла за... за ним. Это единственное, что осталось от мамы с папой. Я не хотела, чтобы он сгорел. Так а что, она сейчас умрет, что ли, или что? Понять не могу. Мари. Акито. Живи. Я так... так рада, что теперь ты... знаешь. А толку от того, что он в нее вселит кейки? Два мира объединились. Души всех людей будут вызволены из смертных тюрем и очистятся. Привет, бусинка. Точка. Привет. Приподнял. Понес на санках кататься. У меня зима по новой началась. Чего там у тебя такое? Привет, Баксик, спасибо за донатик, спасибо, мой хороший. Так. Да. Ко мне наконец-то вернется моя семья. Мы будем жить там, где вечный рай. Горе и потерь не бывает! А чё его мордует, я понять не могу. Пора покончить с ним, Акито. Да. Здесь его путь окончен. Ух ты, ух ты. Что вы идете против меня? Зачем вы меня покажете? И вы тоже должны стать одним целым. Так кто захочет становиться с тобой одним целым? Как будто бьемся об стену. Попробуй найти слабое место. Или врежь по нему. Нормально, но я все равно заблочила. Блин. Отлично, вытаскивай. Хватит с нас внезапных расставаний! Хватит с нас этих бесконечных смертей!
Выйдет только один! Долгий бред. Видимо, он съехал с катушек после того, как связался с загробным миром. Как тебе достижение науки? Яка. Блин, у него там одно ядро на жопе. Как я его? Вы мне мешаете? Почему? Как вы не понимаете, что я хочу вас всех спасти? Все станут едины! Тебя расстраивать, но мы уже и так делим это тело вдвоем. И знаешь, несмотря на все, жить можно. Братик, что же делаешь? Не надо так. Врет, да? Я еще не увидела, что бот написал, сори. Блин, а там Сайберкон же заказал трек, да? Я так и не включила его. Или я что-то путаю? Или мы все прослушали? Я ничего не вижу. Темно. Я не хочу умирать! Ай! Сука ты! Хилимся живем. О, извлекаем его пипиську. Получено достижение перепись. Не было? А, все окей. Ага, Баксик, поняла. Ваши извинения приняты. Души здесь были в плену. В плену? Значит, они... Да. Они лишь отделились от тел. И теперь вернутся к жизни. А как же это? Все вернутся. Кроме Мари. О, мама с папой. Сейчас плакать буду. Мам. Ты умер 10 декабря. Мама, 9 июня. Я не забыл. Как иначе? Такое не забыть. Никогда. Я не буду больше прятать свою боль. Я буду жить. Даже когда... не останется сил.
еще встретимся. Но только сначала я проживу счастливую жизнь. Ладно? Видишь, на самом деле не так сложно быть искренним со своими близкими. Я думал, что ты так долго молчишь, а ты подколку придумывал. Можно тебя кое о чем попросить напоследок? Угу. Поговори с моей женой и сыном. Скажи им, что я боролся до самого конца. Скажу. Обещаю. Прости, что тебя гоняю. Ты и так из-за меня набегался. Я бы и сам поговорил с ними, если бы мог. Но я немного устал. Что-то мы опять одеты не как обычно. Кей-кей. Больше не пускай в себя духов, Акито. Вряд ли попадется такой же симпатяга. Это точно. Такого, как ты, не всякий вытерпит. Скажи спасибо. Все, ушел. Спасибо. Покойся с миром. Кей-кей. А, это его жена и сын. Это тоже, тот ему даже имени, по сути, не сказал, ни фамилию, как он найдет жену с ребенком, тоже так интересно. О, у меня аж вебка навернулась. Так, память о Роберте Альтмане. Вот так вот. Мы, получается, закончили игрулю. Даже достаточно быстро мы ее закончили. За сколько? За 2.5 часа. Вот так вот. Я думала, тут подольше будет. На самом деле, игра очень быстрая. Ну, в смысле, недолгая. Так, важная информация. Цутигомо Кифуда превращается в четкий передачи. Этот предмет появится среди ваших вещей, когда вы начнете новую игру или загрузите сохранение. Так, вы получите следующие треки. Они появятся среди ваших вещей. За исключением отдельных предметов, ваши одежды, эмоции, фильтры, камеры и треки сохранятся, если вы начнете новую игру. Вот так вот. Так, ну, получается, на сегодня... Вернее, как, мы закончили Ghostwire Tokyo. Поздравляем нас с этим окончанием. Я думала, игра будет чуть подольше.